Николай. Здравствуйте, Николай. У микрофона оператор Константин, личный позывной Роман, знак 7 киловатт. Здесь государственное бюджетное образовательное учреждение Малая Академия Наук, Искатель, и много операторов здесь молодых собралось. Я передаю микрофон первому оператору, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, мое имя Кира. Мой вопрос такой. После длительного пребывания человека в космосе, сколько нужно времени для восстановления человека на Земле? Прием. Здравствуйте, Кира. Мне только предстоит после этого полета впервые на себе ощутить, сколько будет продолжаться реабилитация, как быстро я смогу снова стать в строй. Но по моим данным, это занимает примерно столько же времени, сколько у нас летает, находится полет на время. Все принято, спасибо. Все принято, спасибо. Следующий. Передаю следующему оператору. Здравствуйте, мое имя Илья. Мой вопрос такой. Какое место самое красивое на Земле из космоса? Здравствуйте, Илья. Вся Земля очень красивая из космоса. У каждого космонавта есть свои любимые места. Для кого-то это Африка, для кого-то Патагония. Очень красивые места. В России есть, безусловно, великолепный Байкал, когда он открыт, и баллистика позволяет на него взглянуть. Поэтому я люблю смотреть в иллюминатор и всегда нахожу что-то интересное. Благодарю за ответ. Передаю следующему оператору. Здравствуйте, Николай. Мое имя Тимофей. Мой вопрос такой. Как вы относитесь к космическому туризму? Прием. Здравствуйте, Тимофей. Хороший вопрос. Я думаю, что в целом это позитивная тенденция развития космического туризма. Но от того, что больше людей летает в космос, все-таки это работа, и сам полет не становится более безопасным. Это также остается очень рискованным мероприятием, независимо от того, выполняется это в рамках государственной программы, либо для того, чтобы удовлетворить частный интерес на приеме. Спасибо за ответ. Передаю микрофон следующему оператору. Здравствуйте, Николай. Меня зовут Семен. Мой вопрос такой. Смотрели ли вы фильм «Вызов»? Если да, понравился ли он вам? Прием. Здравствуйте, Семен. Фильм «Вызов» я смотрел, но я не могу сказать, что он мне понравился. На прием. Спасибо. Спасибо за ответ. Передаю микрофон следующему оператору. Здравствуйте, Николай. Мое имя Алексей. Мой вопрос такой. Практикуете ли вы выращивание растений в разных целях? Здравствуйте, Алексей. На КС периодически проходят эксперименты по выращиванию различных видов культур, которые в будущем позволят обеспечивать экипажи космических станций в течение длительных полетов. В настоящий момент у нас на нашем сегменте ничего не выращивается. Крайний раз, примерно полгода назад, был образовательный эксперимент, в рамках которого выращивали горошек. Вот Константин Борисов подробно об этом рассказывал на сайте Роскосмоса. За принятие, Николай, передаю микрофон следующему оператору. Здравствуйте, Николай. Мой имя Дмитрий. И мой вопрос такой. Работают ли в эфире российские космонавты с объектами других стран? Прием. Здравствуйте, Дмитрий. Да, периодически космонавты работают на общий вызов. Я сейчас наблюдаю пик активности. Александр Гребенкин находится на борту. Он сам радиолюбитель, и практически каждый день, проходя на территории России, он находится у радиоприемника, когда позволяет, конечно, работать. Принято, Николай, спасибо за связь. Передаю микрофон. Передаю микрофон следующему оператору. Радио Сергей 0, Иван Сергей Сергей, Ульяна, центр 6 киловатт. Снова оператор Константин. Благодарю, Николай, вас за подробный ответ и очень интересная связь. Ребята очень довольны. От всего коллектива самые добрые и наилучшие пожелания экипажу. Крепкого здоровья, успехов в работе вашей нелегкой. Ну и, конечно, ждем вас домой. Всего доброго, 7-3. Я Ульяна, центр 6 киловатт. Молодцы.